Огонь Универсиады 2017 сегодня зажгли и на Каспии. В Актау церемония проходит на площади государственных символов, где собрались участники эстафеты, артисты, школьники и студенты. За красочным действием наблюдает и наш корреспондент в регионе Тамара Степанова. Тамара, добрый день. Не испортила ли праздник переменчивая морская погода? Тамара? Добрый день, Арестан. Сегодня в Актау идет снег. Несмотря на это, особый градус празднику. Доставляет энергия и энтузиазм спортсменов. В церемонии зажжения огня принял участие аким области Алик Айдарбаев. К слову, он первым и пронес его. Маршрут эстафеты проходит в эти минуты по основным достопримечательностям города. В два этапа 60 факелоносцев, из которых основная масса студенты-спортсмены преодолеют ни много ни мало, а целых 12 километров. Каждому участнику предстоит пробежать по 200 метров. Рядом со мной Нуралы Кулушев, директор клуба инвалидного спорта Мангыстауской области, двукратный чемпион и серебряный призер Паразиатских игр. Нуралы Шарманович, расскажите о факеле, чем он необычен? Ну, факел эстафеты весит больше килограмма. Также он удобен для рук и сделан так, чтобы при любой погоде он горел. Если вдруг потухнет, можно будет зажечь от материнской колбы, которая находится у хранителей огня. На этой эстафете задействовано 8 факелов и 12 хранителей огня. Расскажите об участниках эстафеты. Кто эти спортсмены? Ну, эстафету начал, как везде, наверное, аким области. Также наш знаменитый спортсмен, боксер, двукратный чемпион, серебряный призер Олимпийских игр Лондона и Рио-де-Жанейро Адильбек Ниязымбетов. Также у нас участвуют все ведущие спортсмены, студенты, которые принесли славу Мангыстауской области и Республике Казахстан на международных аренах. И очень приятно то, что на этой эстафете выступают мои воспитанники, паралимпийцы, 3 человека. Особенно приятно за ветерана спорта, мастера спорта Лупанов Харасай, серебряный призер Паразиатских игр по волейболу сидя, также 11-кратный чемпион Республики Казахстан, также бронзовый призер Азиатских юношеских игр Урысбаев Бахтылажа. Ну, у нас впереди очень большие планы, участие в международных турнирах, также особенно это 5-й спартакиада инвалидов, который будет проходить в городе Атырау в сентябре месяце. Ну, мы паралимпийцы и все спортсмены, наверное, жители Мангыстауской области, будем болеть за наших спортсменов, студентов на этой зимней универсиаде. Спасибо, а я от себя добавлю, что сегодня вместе с Мангыстауской областью эстафета огня проходит по всему западному Казахстану. В Актау она завершится на площади Астана. Для гостей и жителей областного центра подготовили большой праздничный концерт. Ну а сам огонь отправится самолетом в Алматы. Арестан. Спасибо, Тамара. Я напомню, с площади государственных символов в Актау о продолжающейся эстафете огня универсиады нас информирует наш корреспондент Тамара Степанова.